Наш любимый трактор. Такой запах здесь стоит обалденный. Просто как же классно. Вообще. Суперски просто. Такое утро у меня начинается. Такое. Я приехала на квартиру забрать свои посылки и письма. Вот так вот. Вы представляете, сегодня у нас, я стою на улице 80, температура 80, а через буквально 3 дня будет температура 5. И все в снегу. Вот это будет полная жесть. Вернее, жесть будет классно, чего я, в принципе, и хочу. Всем привет! Я погнала в русский магазин, чтобы встретиться с одной из наших участниц и вручить ей подарки. С прошлой игры и с этой игры мы все никак не можем встретиться, несмотря на то, что живем в одном городе, вообще жизнь полная. Вот. А еще я хочу, мне нужно взять новогодние подарки, которые, вот эти, знаете, наши русские подарочки, такие, где там конфеты, всякое такое, для Кэтрин на русское Рождество. Так что, так как у меня времени больше не будет, мы приедем только как раз уже в Рождество. Я хочу, чтобы у меня уже все было подготовлено. Вот такой наборчик я хочу взять, киндер-сюрпризов, там шоколадные Деда Морозы, вот это все такое. Ну, вы понимаете. Вот. А я делала макияж, как всегда. Теперь это, пытаюсь я это ввести в себе в привычку, скажем так. Вот. Ну и, конечно же, еще что-нибудь покушать там взять. Что покушать, я пока еще не знаю. Я точно знаю, что я хочу каких-нибудь салатов там набрать. Там морковка по-корейски, хочу взять соленых грибов. Хочу, не знаю, почему вот такого вот мне всего хочется сегодня. Так что погнали. Еще написала другая участница, тоже с ней встретиться, подарочек передать, но она мне пока не ответила, так что надеюсь, как раз я пока туда подъеду, она увидит мое сообщение, она тоже сможет туда подъехать, и мы все вместе встретимся, и хочу обязательно сфоткаться со всеми, потому что мы с ними и со всеми как бы онлайн общаемся, такая уже, как сказать, большая дружная семья, что ли, и ни разу друг друга не видели в реальной жизни, представляете? То есть эти девчонки уже, мы в игре, они в третью игру подряд уже вместе с нами, то есть 3 месяца мы так общаемся хорошо, но в реальной жизни мы ни разу не встречались вот так. Так что сейчас будет, произойдет встреча года. Честно скажу вам, у меня утром настроение такое было немножко неважно, потому что, не знаю, у меня какие-то всякие мысли опять на меня нашли негативные, что жизнь не ладится, то не ладится, все не ладится, там сложности, тут сложности, все такое. Ну, я, как всегда, себя собрала в руки и создала себе позитивный настрой, скажем так. Вот, что еще? Сегодня я начала, все-таки я думала, не буду это делать, но все-таки я собралась, и сегодня я начала писать свои желания на Новый год. Как это у нас называется? New Year Resolution. Так, то есть мои мечты, которые я хочу, чтобы осуществились со мной в следующем году. Но, конечно же, я пытаюсь как-то все писать реально, реалистичные мечты, потому что написать там, о, я хочу завтра там $1 000 000, чтобы мне на голову свалился, ну, это глупости, конечно же. Нет, все более такое, конечно же, реалистичное, что связано с моей жизнью, со мной и все такое, вот. Поэтому сегодня я начала писать, я уже исписала 2 страницы. Потому что прям так все подробно пытаюсь писать. Самое главное, нужно писать в это все в настоящем времени. А не то, что там я буду или не буду. Я счастлива. А не то, что я буду счастливой. Я не буду там чем-то никогда отрицательно. Не нужно писать, нужно всегда положительно писать. И тоже лучше бы, чтобы это было в настоящем времени. Вот, поэтому я уже это все пишу.
моих желаний их очень много. Желаний, не только желаний, это цели мои, которые я хочу добиться в следующем году. У меня прям такое очень сильное предчувствие, что вот следующий год, он будет очень продуктивным, он будет очень положительным, он принесет мне много позитивных моментов во всех, как сказать, отраслях моей жизни, как там, допустим, в семейном плане, в плане карьеры, в плане успехов, в плане похудения, конечно же. Вот. Вот так вот. Сегодня мы с утра с вами общались, и я вам рассказала, что у нас дождя уже давно не было, что на улице погода классная, вы сами видели утром, как было солнце. И после этого, представляете, я как приехала домой и слышу такой звук сильный за окном, смотрю, дождь пошел, я думаю, ну сейчас, наверное, мелкий пройдет, дождь пройдет. И представляете, это уже с 9 утра, время 12, уже 3 часа подряд, он идет, не останавливается. Такая погода, насколько она испортилась, то есть из той красивого такого голубого неба, то, что я вам утром, мы с вами вместе любовались. Смотрите, что у нас сейчас происходит. Это уже в течение 3 часов, и я думаю, что такая погода будет весь день. Вот так вот. А сейчас мы с Кэтрин будем делать нашу тренировку. Она до сих пор у меня, представляете, заинтересована. Она сегодня кушает немного у меня. Утром она ела кашу. Вот. А тренировка, она сам, сейчас сама такая, когда мы уже будем делать тренировку, когда мы уже будем тренировку? Я говорю, Кэтрин, успокойся, ты только покушала, нужно, чтобы в животе все усвоилось, потом будем делать тренировку. Короче, она пока меня ждала, я поела позже, чем она. Она пошла, у нас есть тренажерный такой, один тренажер в соседней комнате, там такой небольшой кардио-тренажер. Она говорит, пока я тебя жду, я пойду на этом тренажере позанимаюсь. Пошла на тренажер, короче, 10 минут позанималась. Окей, что я должна делать дальше? Я говорю, жди, сейчас пойдем тренироваться. Она такая вся прямо довольна, в восторге. В общем, сейчас мы будем с ней тренироваться, но я снимать не буду, потому что она стесняется. Вот. Она сегодня встала на весы, она говорит, я на 1 паунд меньше, чем была вчера. Ура, ура! Я скоро сброшу 10 паундов и получу iPhone Watch. Вот так вот. Мы здесь достали наши зимние вещи, примеряем. My hat. Шапочки. Should I my coat? Пуховик. Будем написал, да? Okay, wait. Сейчас Кэтрин будет примерять. Мы только что с ней делали тренировку, она все мокрая. Кэтрин пуховик сейчас свой одевает. Такой пуховик у меня есть еще черный, такой длинный, типа плаща, но он не настолько теплый. Этот намного теплее как раз для лыж. А еще у меня есть розовый такой, тоже специально для лыж. Вот у нас здесь целая коробка с зимними вещами. Look. Тоже мой розовый такой, лыжный. Look. О, к этому нарядилась. Шапку она мою забрала. Поэтому мне придется на лыжах покупать. Мы готовы к лыжам. А он что будет? Все, мы приготовились, достали все наши вещи. Сейчас Кэтрин хочет для вас сыграть рождественскую песню, а после мы вам покажем одежду для Пикачу. I'm not doing nothing yet. Jingle bell rock. Okay. Play. Wait, так, праздничная песня от Кэтрин. Вот как она нас играет. Thank you.
смотрит просто и... покажем одежку для нашей Кэтрин. А вот сначала покажу жилетку моя такая Show старая, волосатая. И здесь у Кэтрин Гарри Поттера плащ висит. And here, my wand. А здесь ее волшебная палочка. Окей. Так, сейчас мы вам хотим показать одежду для нашей Кейт. Put on a bat and let's go look. Кэтрин первый раз увидела, поэтому так волнуется. Пока без Кейт, потому что Кейт пошла погулять. Вот, сейчас покажу. She's wearing this all day. Вот такой, значит, желтый пуховичок. Не помню, он показывал, нет? Оранжевая вот такая курточка. И вот, смотрите. This is my favorite. Вот такая голубая. Вот это самая любимая у всех. Look. А вот башмачки, которые мы для нее купили, вот такие они. Малюсенькие такие. Вот такие вот. Я тогда на ней померила одну штучку, она ее грызла, пыталась съесть. Wait, when Kate come back, can she try this on and make video? В общем, сейчас Кейт вернется, Кэтрин будет wait, пробовать. I want to talk to them. Be back for another video with Kate trying this on. This one? It's gonna be same video. This yellow one and blue one and her booties for snow. She's gonna try it on for winter when it sees snow. Кстати, забыла вам сказать, Надин получила свою посылку. Помните, мы разыгрывали с вами ежедневник и бутылочку. Она все получила. Сейчас я покажу вам фотографию. Thank you.